В деловой повестке заместитель губернатора Ольга Кузнецова возглавляет делегацию Мурманской области на первом всероссийском совещании «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В семинаре, организованном Министерством транспорта России и Федеральным дорожным агентством, участвуют представители Министерства строительства, МВД России, Федерального казначейства, Счетной палаты, а также профильных отраслевых организаций, экспертного сообщества. Цель такой встречи – определиться с тем, как можно улучшить дорожную ситуацию в регионах. Акцент на важности создания современной, комфортной, надежной и экономически эффективной транспортной инфраструктуры. Участники совещания надеются, что благодаря выработанным решениям удастся привести в нормативное состояние 85% дорог, а также снизить число ДТП на 50%. У нас уже есть перечень тех объектов, которые мы будем ремонтировать в 2019 году. Региональные дороги, дороги нашей столицы, города Мурманска. И очень важно, что при формировании этого перечня мы учитывали мнение граждан, пользовались ресурсами, которые собирают предложения от населения, какие дороги, где какие проблемы. Мы их учли и будем в дальнейшем учитывать мнение наших жителей.